Несанкционированные свалки занесут в специальный список. В Госдуме в первом чтении принят законопроект о том, как будут ликвидировать несанкционированные свалки в лесах. Для начала проведут ревизию. Сегодня по подсчетам Минприроды в регионе насчитывается 226 несанкционированных свалок. Они занимают в общей массе 130 гектаров. Больше всего таких объектов в Сыктывкаре, Ухте и Сысельском районе. Предполагается, что мусор должны будут вывести за пределы земель лесного фонда. Самое главное то, что инициатива устанавливает, кто будет за это отвечать, а именно муниципалитет и арендаторы леса. Ко второму чтению законопроекту предстоит пройти доработку. Например, уточнят вопросы, касающиеся инвентаризации свалок, и установят, кто будет следить за вывозом мусора.